Всем привет, друзья! Здравствуйте, Данил! Всех приветствую. Друзья, еще буквально три минуты и будем начинать. Николай, вы с нами? Да, всем привет! Я могу отключить сейчас трансляцию? Да, потому что сначала я. Угу, спасибо. Здравствуйте, Рустам, Евгений. Thank <laughs> you. Друзья, еще буквально одна минутка. Можем пока с вами пообщаться. Напишите, пожалуйста, о себе, какой у вас опыт работы в IT. Возможно, у вас есть какие-то вопросы, с которыми вы пришли на сегодняшний вебинар. Хорошо, Евгений, сейчас расскажу про нашу школу. Uh, так друзья ну что 19 часов по москве я думаю что семер одного не ждут а нас тоже гораздо больше поэтому будем начинать я перехожу uh, к презентации uh -huh. так николай скажите пожалуйста видно Голосом. Mm -hmm, да все видно все супер. Ну что, друзья, еще раз вас приветствую на открытом уроке курса, который называется «Инфраструктура высоконагруженных систем». И сегодня мы будем создавать отказоустойчивый кластер с VRRP на Ha -Proxy. В целом, сегодня вы сможете понять принцип работы протокола VRRP и научиться применению этой технологии на практике. Потому что, ладно, не буду забегать вперед, но маленький спойлер, сегодня у нас Николай Лавлинский, а это значит, что практики сегодня действительно будет немало. А, так, ну, Николай мне уже, в принципе, плюсик-то поставил, поэтому вас шантажировать не буду. Меня видно и слышно, это здорово. А, меня зовут Карина. Я ведущая сегодняшнего мероприятия, некий такой модератор между вами и нашим сегодняшним экспертом. Сейчас пока обозначу несколько правил нашего вебинара. Ну, у нас самое единственное правило оно у нас всего одно это то, чтобы вы активно участвовали, задавали вопросы в чат. А все почему? Потому что э, сегодня пришел уже невероятный эксперт. Я обожаю, когда Николай Лавлинский приходит на наши уроки, потому что это значит, что действительно сегодня будет много практик, какие-то интересные, возможно, кейсы. А в целом могу сказать, что почему я призываю вас активно участвовать. Потому что Николай у нас в веб-разработке уже более 15 лет. За свою практику он руководил разработкой более 100 веб-проектов. Параллельно с веб-разработкой он более 10 лет преподавал в университете Плеханова, в нашем отделе. Он автор трех курсов по администрированию и по оптимизации веб-приложений. Ну еще Николай интересный очень человек и ведет YouTube-каналы, их два, так что можете тоже подписываться на YouTube и узнавать много нового в сфере веб-разработки и IT. К чему я вам это все рассказала? Да чтобы вы, друзья, все-таки активно участвовали и не упускали возможность пообщаться с крутым экспертом и задать ему вопросы. А, а если что, запись вебинара обязательно придет к вам на почту, и вы сможете пересмотреть. Но, еще раз повторюсь: все-таки быть онлайн и иметь возможность задать классному эксперту вопрос это, естественно, гораздо лучше. А давайте теперь с вами познакомимся, как мне уже предложили в чате, рассказать, рассказать о себе. Сейчас я расскажу вам про ОТУС, а вы тоже напишите, пожалуйста, свой уровень знаний, какой у вас опыт работы в IT. Я это э, спрашиваю в большей степени для нашего эксперта, для Николая, чтобы он понимал, на каком языке с вами общаться. То есть с каким грейдом, с каким уровнем знаний вы сегодня пришли и стоит ли, допустим, останавливаться на каких-то вещах поподробнее или мы можем ехать дальше, как говорится. Ну и, возможно, если у вас какая-то есть цель или вопрос, с которым вы записались на занятие, тоже, пожалуйста, напишите. Николаю это будет очень полезно, он, возможно, что-то из этого разберет. А пока вы пишете, а я надеюсь, что вы пишете, я вам расскажу о нас, об отпуск, кто мы такие, друзья. Мы создаем авторские... Онлайн-курсы для IT-специалистов разных уровней подготовки. Это наша фишка, это то, чем мы очень гордимся. Это то, что нас отличает от других школ, что мы создаем курсы не только да, для тех, кто пришел в IT с нуля или для джунов, но также нам есть что предложить и медлом, и сингерам, и тим летом, и даже управленцам с большим опытом работы. У нас есть образовательная лицензия, поэтому вы получите настоящее, <laughs> не фотошопе сделанное, да, а реальное под эгидой Министерства образования удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке в зависимости от того, какой длительности курс вы у нас проходите. Ну, безусловно, такой э, документ будет более сильным таким поспорьем в вашем резюме. Что касаемо направления курса, у нас, друзья, основных восемь: это программирование, инфраструктура, тестирование, аналитика и анализ, дата-сайенс, управление геймдев и информационная безопасность. То есть таких восемь основных столпов. Если вы провалитесь в какое-то из направлений, тоже найдете огромное количество курсов по разным тематикам для разных грейдов для разных специалистов. В целом у нас уже более 170 курсов. Если говорить про нас в цифрах, то у нас в ОТУСе уже более 600 преподавателей, ни одного э, теоретика, все практики делятся знаниями реальными кейсами сегодняшнего дня. Э, нам уже 7 лет со дня основания компании и уже 38 тысяч выпускников прошли наше обучение. И каждый третий выпускник обязательно вернется к нам за новым э, курсом, за новыми знаниями, новым грейдом, э, новыми скиллами. И также, друзья, приглашаю вас в наше сообщество в социальных сетях, там у нас уже более полумиллиона, там мы делимся различными материалами, приглашаем вас тоже на другие какие-то открытые уроки, воркшопы и так далее, мы там учимся, общаемся, тоже вас с удовольствием приглашаю. Ну что, друзья, про нас я рассказала, надеюсь, что вы про себя написали, сейчас почитаю, а теперь будем переходить к теме нашего вебинара, не будем откладывать долгий ящик, а будем Создавать отказы устойчивого кластера с VRRP на HA Николай, передаю вам слово. Николай. Угу. Так, все, переключилось. Меня должно быть видно, слышно, и да. презентация да. тоже должна быть. Да. Угу. Итак, спасибо. Все, мы начинаем нашу основную тему. Касательно нашего кластера и, в общем, вот этой связки по балансировке и отказоустойчивому решению. И напоминаю, что мы находимся на открытом уроке по курсу инфраструктура высоконагруженных систем. То есть поэтому отсюда тема про отказоустойчивость и балансировщики. Меня зовут Николай, как сказала Карина, все верно. Есть два канала, ускорение сайтов и поддержка сайтов Метод Лаб. Есть телеграм-канал Метод Лаб ТГ. Ну и там можно посмотреть анонсы. У нас и другие видео есть, в том числе всякие Рутюбы, там ВКонтакте и все остальное. Так что все это можно найти. Это, если кому интересно, какой-то контент, который я лично создаю. А сегодня у нас план следующий. Мы начинаем с темы VRRP, потому что это такая первая планка, с помощью которой мы будем работать. Далее о KeepLiveD, который является реализацией этого протокола. Дальше у нас будет как раз информация о самом курсе, благодаря которому мы сейчас с вами встречаемся. И дальше Немного поговорим про сам балансировщик чей и прокси, и все это дело запустим, потестируем немного. Ну, сразу предупреждаю, что наше занятие, так как проходит в рамках открытого урока, оно, конечно же, сокращено. То есть та же самая тема в рамках курса будет больше, подробнее, будет иметь домашние задания. И, конечно, естественно, что на открытом уроке мы просто ограничены его форматом, так что не переживайте, мы просто здесь рассматриваем часть темы, и, собственно, здесь это надо учитывать, если вы рассматриваете обучение на курсе, там все будет больше, подробнее и объемнее. Итак, цели у нас сегодня – понимать принцип работы протокола VRP, настраивать связку KeepLiveD и HAProxy Nginx, Дальше я покажу, как именно это будет все связано, и поговорить про курс, про команду. Если есть какие-то вопросы, мы их разберем. Итак, начинаем с протокола VRP. Ну, давайте даже сейчас немного отойдем от презентации, и я вас спрошу такой концептуальный вопрос. Я так понимаю, у нас есть опытные коллеги, да, в чате я вижу, здесь 10-15 лет опыта. Ну, давайте просто порассуждаем, вот порисуем. Например, у нас стоит задача организовать какую-то отказоустойчивую систему. Ну, и пусть это будет для простоты, какой-то веб-сервис, мы начинаем думать, как все это можно сделать. Ну, допустим, у нас возникает тема балансировки нагрузки, да, то есть мы хотим создать отказоустойчивую систему, и для этого нам нужна какая-то балансировка нагрузки. То есть мы, например, берем какой-нибудь Nginx, который у нас обслуживает клиентские соединения, и вот дальше мы можем решить отказоустойчивость методом балансировки наших апстримов, да, то есть те бэкэнды, которые у нас там работают, то есть может быть там бэкэнд 1, бэкэнд 2, там бэкэнд 3 и так далее. То есть с этой точки зрения мы настраиваем балансировку таким образом, что если любой из этих серверов умирает или несколько, мы, в принципе, продолжаем работать. Здесь все вроде бы нормально, но у нас остается вот эта единая точка входа и, соответственно, единая точка отказа. как вы думаете, что нам можно здесь Сделать, чтобы получить отказоустойчивую систему. Ну, при условии, что, вот, собственно, все клиенты у нас живут вот здесь. Да, у нас здесь интернет, и вот они идут на один тот же Nginx. Да, давайте просто подумаем, что можно было бы сделать. Так, ага. Так, там есть вопрос. Можно ли использовать VRP на белых адресах? Поддержка от провайдера, как сделать балансировку между разными АЭС в интернете, Евгений, ну, это вам надо посмотреть. Вообще, насколько я знаю, VRRP преимущественно используется в рамках одного L2 сегмента, там используется мультикаст. Соответственно, если вам это провайдер может предоставить, то пожалуйста. Но между разными IS это скорее явно не сюда. Это все-таки протокол такой более локального значения. Между АС это скорее уже BGP, методы балансировки, что-то такое глобальное. Ну, я не сетевик, это просто мое личное мнение. Так, балансировка на клиенте, это ответы, то, что касается балансировки, да, что можно сделать. Ну, действительно, мы можем каждому клиенту прописать какие-то адреса и сказать, что вообще Nginx есть не один, а их есть несколько, да, и таким образом мы уберем вот эту единую точку отказа. Вот, да, Даниил пишет реплики Nginx, две штуки Nginx. Хорошо, мы сделаем две штуки Nginx, а тогда у нас возникает вопрос, а как клиент на них попадет? То есть две штуки -то сделать мы можем. Но возникает вопрос того, чтобы мы все-таки сюда ходили. И так просто из коробки у нас это не получится. Вот Макс пишет DNS балансировка. Хорошо, давайте сделаем здесь пометку DNS. У нас между клиентом и серверами, ну скажем так, в стороне находится действительно система DNS. Она по определению отказоустойчивая, распределенная и действительно ей можно пользоваться. В общем, идея хорошая. То есть мы в DNS пропишем два IP-шника. Это будет у нас IP1, это будет IP2. И в DNS мы пишем две а записи на IP1 и на IP2. Ну, здесь кривовато, надеюсь, более-менее видно. Ну, есть такой вариант, да. Угу. В принципе, так мы решим свою задачу. Но частично, да, то есть мы теперь клиентам дадим два IP-шника, и часть клиентов пойдет там на первый часть на второй, да, кто-то будет идти там на разные, в разнобой, там зависит от работа самого DNS. Угу. Так, вот Олег пишет, брокер подключений. То есть вы предлагаете сделать еще одну сущность и еще одну точку отказа перед Nginx. Тогда она станет тем самым звеном отказа. Так, несколько Nginx, роутинг на несколько через DNS. Да, Юрий, мы это разобрали. Это, в общем-то, вариант раунд робин балансировки. Есть такое. Вот там предлагают сразу кластера запустить для Nginx с плавающим IP. Это уже ближе к тому, что мы будем делать сегодня. Так, два Nginx и VIP-адрес, который будет плавать. Ну, да, Степан, это мы сейчас как раз делаем в VRRP. Ну, мне интересно просто диапазон э, вариантов, которые мы сейчас можем разобрать. Вот э, Олег предлагает Карп. Да, была такая штука. Так, несколько адресов. Как перекидывать Nginx э, э, сессию клиента? Да, э, ну, смотрите. Здесь мы рассматриваем сейчас такой простой вариант, что у нас нет жесткой привязки к конкретному Nginx. Ну, даже так будем считать, что если в худшем случае у нас есть какое-то состояние, и клиент его потеряет, то это не смертельно. Да? То есть мы все-таки сохраняем основную часть, и не для всех приложений нужно прям жестко приклеивать клиента к какому-то балансировщику. В хороших приложениях этого нет. Да? То есть состояние хранится где-то далеко на бэк Угу. Протоколы маршрутизации. Да, смотрите, мы с вами по сути нагенерили кучу вариантов, да, которые могут нас спасти. Но действительно один из них мы сегодня будем использовать. То есть на самом деле мы вот эту систему Round Robin с DNS использовать не будем, потому что у нее есть определенные недостатки. Потому что, во-первых, DNS — это система достаточно инерционная, она очень медленно реагирует на изменения, в силу того, что у нас она распределенная, у нас очень хорошо все кэшируется на разных уровнях, и мы, по сути, не имеем никогда полного контроля над системой DNS. То есть мы контролируем свои DNS-сервера, но все остальное, то есть DNS-сервера провайдеров, клиента, кэш там, в его локальной сети мы вообще никак не можем контролировать. Поэтому на DNS полагаться не очень здорово. Ну и кроме того, если мы здесь будем использовать эту штуку, то мы какое-то время будем ждать, э, приходить на нерабочий IP-шник, и потом делать перезапросы. В общем, это тоже не совсем а, красиво будет выглядеть. Так, вот Андрей спрашивает, э, что лучше э, VRRP или карп. Андрей, э, ну, я здесь, опять же, скажу такое абстрактное мнение. Я карпом не пользовался, но, насколько я знаю, эта штука, она... Э, является относительно устаревший. То есть это то, как делали раньше. Сейчас, насколько я знаю, карп используется по минимуму. Да, ну, идея похожа, но из того, что есть, по-моему, все-таки он немного устарел. Ну, опять же, это такое мое ощущение. Место антробинс ДНС есть AWS Route 53. Вы имеете в виду, что у вас будет DNS, который будет выдавать корректные ответы в реальном времени без множества айпишников, да? Правильно я понимаю. Но это тоже штука. Все, что связано с DNS, не будет работать достаточно быстро, потому что DNS он может неконтролированно кэшироваться. Сейчас с этим более-менее стало неплохо, но я лично сталкивался с ситуациями, когда домен переезжал с одних DNS-серверов на другой в течение нескольких недель. То есть инерционность DNS-системы в худшем случае может быть вот такой. И вот был конкретный провайдер крупный, который кэшировал старые записи и выдавал их очень-очень долго. Так что с DNS нужно аккуратно. Ну да, вот, то есть идея DNS, у которого есть health check, да, эта штука из-за самой DNS, из-за самой системы, из-за ее инфраструктуры может работать не очень здорово. Если вы имеете в виду DNS, который используется в сторону клиентов. Итак, в общем, мы немного поразмышляли и, в общем-то, поняли, что действительно мы могли бы в этой схеме не полагаться на раунд робин DNS, а сделать вот эти Nginx некоторые парой, у которой будет один и тот же IP, который прописан в DNS, ну, допустим, IP1, и он будет мигрировать между этими машинами. То есть для клиента это будет совершенно прозрачно, в DNS ничего не меняется, наружу выставлен ID на IP-адрес, а с точки зрения настоящего железа и инфраструктуры мы это дело направляем на совершенно разные машины, на разные аппаратные сервера в разных, допустим, зонах дата-центра, ну вот где-то <coughs> в какой-то небольшой доступности, чтобы это все работало быстро. И таким образом мы убираем вот эту зависимость от единой точки, от нашего балансировщика или там фронт-сервера, здесь уже как угодно. Вот примерно такая задача у нас сегодня стоит, и мы будем к этому двигаться. Начинаем мы, собственно, с протокола VRRP и посмотрим, что он нам вообще дает с точки зрения этой задачи. Вообще, в принципе, он основан на работе именно сетевых устройств, то есть он появлялся как именно Virtual Router Redundancy Protocol, и вы его можете увидеть в сетевых железках. То есть он, собственно, там будет неплохо работать, и он там применяется. То есть когда у вас есть буквально два маршрутизатора, которые являются заменой друг другу, то есть они являются парой для отказоустойчивого доступа куда-то. И оно там есть, но мы сегодня будем использовать не эту фичу, а использовать исключительно для наших Linux-систем, чтобы они между собой создавали отказоустойчивую пару. Или там, если хотите, можно делать больше количества серверов. То есть это протокол, который повышает нам доступность за счет того, что мы можем выделять виртуальные IP это VIP который, собственно, и будет мигрировать, как мы об этом говорили чуть ранее. То есть можно делать failover для самих маршрутизаторов, для роутеров, можно делать их в режиме active-active, балансировать трафик, можем там основной бэкап, все, что вы хотите. И работает это для довольно больших групп, то есть можно сделать там группу до 255 узлов. Так вот, там есть набор терминов, мы сейчас глубоко в это погружаться не будем, но вот то, что нам понадобится, это то, что у нас есть VRRP маршрутизатор, собственно, единица оборудования, где работает VRRP, вот, и это входит в виртуальный маршрутизатор, то есть это группа хостов, которые обмениваются и, собственно, будут мигрировать между собой тот самый виртуальный IP. Также есть виртуальный маршрутизатор, это, собственно, вот эта суммарная система, где есть несколько виртуальных роутеров и для них какой-нибудь виртуальный адрес. Вот есть владелец адреса, это, собственно, тот, кто себе получает IP-адрес и, соответственно, вешает его себе на какой-то интерфейс. И после того, как он стал мастером, он может отправлять VRB-адвертисмент, то есть объявление о том, что вот я мастер, я еще жив, и, соответственно, раздавать все это дело наружу. Если вот эти сообщения перестают приходить, тогда уже другие участники этого кластера, они могут, соответственно, понимать, что с ним произошло что-то не так, и дальше вступает механизм измены, да, перехода состояния мастер на какой-то другой хост. Но это уже зависит от настроек, вот, которые у нас там дальше будут. вот, собственно, виртуальный адрес присваивается у одного из... Мастеров, ...называется primary... этот виртуальный адрес, и дальше, соответственно, он начинает с ним работать. Есть еще бэкап, статус — это те маршрутизаторы, которые находятся в режиме ожидания и готовы на себя взять роль мастера. И, соответственно, они слушают объявления. Если мастер пропадает, перестает выдавать сообщения, то начинается вот этот процесс. Вот, и еще, соответственно, для этого виртуальный MAC-адрес с определенным конкретным значением, где указан номер группы. Ну, это нам сейчас даже не принципиально. А что там внутри может происходить? У нас есть виртуальный роутер ID, и дальше мы внутри этого виртуального роутера каждому хосту должны назначать приоритет. Приоритет, опять же, находится в диапазоне, да, в районе 255. И в зависимости от приоритета тот или иной хост будет получать роль мастера в случае вот этих перевыборов, если мастер упал. Вот, есть IP-адреса, это понятное дело, которые, собственно, мигрируют, и есть понятие advertisement интервал. это насколько часто мастер будет отправлять объявление о том, что он еще жив и все работает. Так, вот там я вижу мельком вопрос насчет Nginx F 255. Андрей, ну, это уже прям какая-то серьезная система, там, скорее всего, вы уже уйдете за пределы VRRP протокола, будете что-то более серьезное использовать, Здесь уже скорее скорее всего такая проблема у вас не возникнет. Потому что 255 Nginx, ну насколько я себе представляю, это вообще-то много. И, наверное, сервисов, которые это могут потребовать, можно пересчитать по пальцем одной руки по крайней мере, в России. поэтому это довольно такая экзотическая ситуация. Либо вы их делаете очень маленькими по мощности, и тогда у вас здесь действительно их будет очень много. Но пока звучит не очень реалистично. Но если это случится, то да, вам просто нужно уходить на более серьезные технологии и так далее. Так, вот там вопрос про Active Active. Ну, Active Active мы не будем рассматривать, но, в принципе, он здесь заявлен. Я думаю, надо по документации посмотреть. Но такая система есть. То есть он может не только вам организовать, но еще и просто балансировку. Вот Андрей пишет: более серьезные технологии, но это какой-нибудь Nicast, BGP и вот эти все дела. То есть у вас будет уже глобальная распределенная система, и вот там. Ну, почитайте, как, например, встроена система Куратор, система защиты от DDoS или, допустим, Cloudflare. Это система с глобальным покрытием. То есть там, например, вы можете за счет различных технологий перенаправлять трафик и решать задачу отражения DDoS на глобальном уровне. То есть это максимально, что бывает да, на уровне всего земного шара. И тогда, собственно, BGP, Anycast я могу написать, если хотите погуглить. Но были доклады всякие, хайло, то есть это, собственно, Border Gateway протокол, это по маршрутизации, и технология Anycast, которая выставляет наружу, например, один айпишник, а маршрутизируется он, исходя из разных точек, совершенно по-разному. То есть вам выделяется айпишник, ну, допустим, вы встаете под защиту куратора, и этот айпишник будет из разных точек мира работать по-разному. Ну, Элементарно посмотрите, например, какой-нибудь, сейчас я вытащу сюда терминал, какой-нибудь сервис типа 4 единицы Cloudflare. И вы увидите, что в зависимости от того, где вы будете его запрашивать, у вас будет разный маршрут, у вас будет разное время ответа. Ну вот, например, у меня оно такое. Да, и, соответственно, это классический пример иникаста. То есть это DNS-сервис Cloudflare, который у нас доступен. Ну, не только DNS, он там еще кое-что реализует. Так что это все работает, вы это используете. Есть еще другой подход. Например, есть вариант не делать иникаст, а сделать... GeoDNS. То есть вы будете обращаться к DNS-серверу, который определяет в со... уже в соответствии с вашей автономной системой, какой из IP-адресов вам выдавать, и вы попадаете, например, в разные дата-центры относительно регионов. Но это тоже может работать не идеально. Вот эта BGP-маршрутизация, она более гибкая с кастом. Но кто-то использует, в общем, и другие примеры. Так вот, что у нас здесь было интересного? Мы по поводу параметров поговорили, и это дело более-менее понятно. То есть основной это приоритет и ID-шник. Есть еще несколько параметров, как происходит переход от стадии мастер к другому мастеру. Ну, то есть если мастер упал, что у нас дальше начинается? Так вот, есть, соответственно два э, параметра по времени это skew time и э, master down interval они э, в сумме дают нам задержку э, после которой какой-то главный backup роутер должен взять на себя роль мастера и здесь э, есть формула как это можно рассчитать то есть э, есть значение приоритета соответственно вычитается делится на 256 и вы получаете некоторую такую небольшую дельту в секундах. И есть мастер даун интервал. И у нас здесь получается, что вот после мастер даун интервал мы начинаем переключаться на мастер роутер. Ну, говорить, что мы теперь мастер роутер. Причем мы не знаем на самом деле об остальных бэкапах. То есть если один бэкап, то все просто, а вот если у вас, например, два бэкапа, то между ними может возникнуть состояние гонки. И вот этот q time, он как раз э, призван для того, чтобы у них э, вот это время начала объявления себя мастером было разное. Чтобы они не в один момент э, решили, что они мастеры, потом начали бы бороться за вот это право, а чтобы это произошло в разные моменты времени. Поэтому здесь вот сделана такая хитрость еще есть режим прием который его тоже можно прям настроить прописать он отвечает за то что если у вас мастер у которого был более высокий приоритет снова возвращается к жизни то он должен обратно перетащить перехватить на себя роль мастера это можно включить, можно выключить. Ну, представим, что было два роутера. Один умер, второй вступил в работу, а потом тот возвращается. И вот надо решить, надо ли обратно все возвращать, как было, или пусть второй будет основным роутером. Ну, опять же, это вы решаете, исходя из того, какие у вас там параметры, являются ли они однозначными, да, стандартными, что важно ли вам, какой конкретно является сейчас главным. Вот. Еще есть маленькая заметка, что VRRP есть, сейчас актуален в двух разных версиях, есть v2 и v3, но мы будем использовать v2, он по умолчанию просто в Keep Live включен. А при желании, или если вы хотите IPv6, то вы обязаны уже использовать v3. В3 он, в общем-то, имеет более такие короткие интервалы в настройках тайм-аутов, но при этом он не поддерживает аутентификацию, потому что, в общем, это признали не особо-то безопасным и сказали, что безопасность будете организовывать на уровне фаерволов и там, вообще работайте в доверенной сети, не надо там от кого попало принимать вот эти адвертисменты о СМИ, маршрутизаторы и так далее. В общем, современная новейшая версия, она называется V3. Вот. Но V2 нам сегодня тоже вполне хватит. Поэтому у нас будет аутентификация в конфигах. Что еще здесь? Ну, вот, вот этот адрес мультикаст, то есть мы уже здесь догадываемся, что вот эти advertisement сообщения будут распространяться как раз по мультикасту, с таким адресом и соответственно будет все это работать это ipv4 есть еще ipv6 теперь то что касается принципиальной схемы ну вот здесь нарисована схема как это в общем должно в классике происходить то есть у нас действительно два роутера и через них мы выходим куда-то в интернет то есть это именно схема для сети но в общем наша схема будет похожа на вот эту. Ну, дальше она будет доработана. <coughs> Здесь ключевое понятие, что у этих двух роутеров, вот они R1 и R2, есть, собственно, интерфейс. На нем есть какой-то свой постоянный IP-шник, допустим, там 10.1.1.1 и 10.1.1.2. И между ними будет мигрировать Virtual IP 10.1.1.100. И, соответственно, здесь мы будем этот адрес передавать мастеру. Здесь, ну, на самом деле, свич не обязательно может быть. Как вы знаете, вы можете сделать там свечи тоже в некоторый стек. В общем, свеча не поддерживает отказоустойчивости довольно нормально. Там с этим проблем нет как раз. Поэтому вот здесь нарисован как один, да, но на самом деле их может быть там множество, да, и вы можете подключать, например, сразу к нескольким свечам и таким образом тоже сделать себе два пути. Вот. Соответственно, здесь мы получаем нашу базовую схему. Да, то есть у нас вот Virtual IP, и что самое главное, что для клиентов роутером будет являться вот этот 10.1.1.100. Ну, в данном случае мы действительно вот систему с роутерами рассматриваем. Если мы говорим про э, миграцию между серверами, которые у нас э, будет заниматься балансировкой, тогда мы говорим про ip э, который смотрит э, куда-то там в сторону э, наших клиентов, э, к которому мы будем подключаться. Вот. Что у нас здесь по алгоритму назначения? Сначала мы находим роутер с максимальным приоритетом, он становится мастером. Вот Остальные маршрутизаторы получают вот это сообщение, что вот у нас появился мастер с таким приоритетом, и они смотрят на свой приоритет, понимают, что они являются бэкапами. Вот. Соответственно, дальше происходит вот такой, собственно, hello пакет. С определенного MAC-адреса, вот здесь, там, собственно, группа, да, у нас там VRP-ID или что -то такое, в общем, какой-то ID-шник сюда подставляется, и на, соответственно, этот адрес распространяются пакеты. То есть их все принимают в зоне доступа этого мультикаста, и дальше бк роутер ждет отсутствие вот этих сообщений от мастера. То есть мастер постоянно сигнализирует, что он еще жив. Ну и дальше включаются вот э, те самые задержки, про которые мы говорили. То есть вот этот skew time плюс мастер down интервал э, там помножен на 3 и все. А дальше э, у нас в, э, в конечном итоге должен стать э, роутер, у которого есть э, больше приоритет из всех оставшихся. Вот Если э, приоритет одинаковый, то там еще идет э, сверка по IP-шнику, у них еще есть основной IP-шник интерфейса, ну в общем, это уже так вторично. А, в общем-то, все. А, базово мы с вами посмотрели, как а, у нас будет а, запускаться VRRP. Теперь возникает логический вопрос. А, ну, а, так, я думаю, вопросы вы, да, продолжать задавать. Не будем сейчас тормозиться на этом слайде, да. А, и а, основной вопрос это, в общем, протокол это хорошо пусть у вас железка его поддерживает сетевая, но нам нужен какой-то софт, мы же сегодня живем в мире Linux, нам нужно там Nginx, балансировщики, и представим, что у нас нет никакой сетевой железки, мы не хотим ничего ставить, нам нужно сделать все в Linux. И мы это можем сделать, благо все компоненты уже есть в ядре, все поддерживается и здорово, причем давно. Поэтому, собственно, мы здесь берем и подключаем к KPLiveD. Да, клиенты и действительно будут подключаться к виртуальному IP, вот как пишет Дмитрий. То есть он да, и будет для нас основным. Ну, и мы сегодня это все посмотрим. Так вот, собственно, KPLiveD – это тот самый сервис, который будет отвечать за работу VRRP. Что он делает? Он сам по себе довольно компактный и простой. То есть он не выполняет кучу каких-то сложных задач, он заточен под одну основную. Есть модуль под системой Netfilter, называется IPVS, как раз для миграции вот этих адресов. Есть еще второй протокол, который называется BFD. Он тоже может использоваться Keepalivedом для ускорения переключения между вот этими. IP-шниками в рамках Linux. Ну вот, кому интересно, можете посмотреть, что такое BFD. Так, там вопрос, нормально ли себя ведет KeepLiveD с Free IPO. С Free IPO не работал, здесь не скажу. Надо пробовать. Так вот, что у нас здесь происходит? В принципе, по KeepLive особо никакой теории нет. Основная его задача это реализовать VRP и, собственно, дать нам функциональность то мы будем здесь настраивать. Вот, по сути, первый наш кусок конфига. У нас будет два узла, которые содержат KipLifeD, и, соответственно, мы между ними будем переключаться. Первый у нас будет условным мастером в нормальной ситуации, когда оба работают. И здесь, по сути, две секции конфига. Ну, это практически все, что нам вообще потребуется в KeyPlivd-config. То есть все остальное у нас дефолт, и ничего с этим делать не нужно. То есть у нас есть VRP-скрипт-чек haproxy. Он нам нужен а, только для того, чтобы иметь а, критерии а, приключения. Ну, скажем так, health check, а, работает ли haproxy у нас? И, соответственно, а, если что, то а, также активно переключать. Ну и а, главная часть — это vrp instance, а, который мы здесь определяем, там, vi1. А, мы даем туда интерфейс, то есть мы должны указать, на каком интерфейсе мы будем работать. Но это, опять же, для vrp v2, для v3 там, по-моему, глобально будет работать. А, сказать, какой у нас статус будет по умолчанию, ID-шник задать, приоритет. И а, тот самый виртуальный адрес, который мы будем между собой а, делить между мастером и бэкапом. Также мы сюда записываем трек скрипт, который будет для нас тем самым health чеком То есть он будет смотреть, все ли у нас в порядке. Понятное дело, что если мы погасим keep-alive-d, он тоже перестанет отправлять сообщение, но а также он и добровольно может отдать эту роль, если он посмотрит, что у нас перестал работать хапрокси на этом хосте. То есть это для нас будет основная критичная проверка. Ну и дальше здесь уже та самая аутентификация, где мы пишем там, по паролю. Ну это уже такая штука, чтобы просто там, немножко добавить безопасности. Андрей пишет, где указываются интервалы? А интервалы вы здесь же можете указывать. У нас здесь v 2 по дефолту, и вот этот интервал 1 секунда. Вот если вы хотите поменять, ну, собственно, открывайте манки по LiveD и там берете все нужные настройки, интервал, тайм-аут и так далее. Вот. Хорошо, теперь то, что касается тестового стенда. Кстати, я здесь не стал уже второй конфиг приводить, но он практически зеркальный. Ну, там разница только в приоритете. Если хотите, мы уже там на стенде на них будем смотреть. Вот. И э, наша схема будет э, следующего характера. У нас есть клиенты. Ну, допустим, будем через браузер смотреть. И э, клиент у нас будет подключаться к виртуальному IP. Здесь у нас э, два узла э, HAPROXY 1 и 2, на которых запущен KIPLIFE-D. Они а этот Virtual IP будут э, между собой делить. И э, на каждом узле есть прокси, э, который в свою очередь... Балансируют два NGINX, которые у нас указаны как backend. Ну, просто, чтобы у нас было что мониторить. И кто-то из них у нас будет активным. При этом мы можем ходить как на их прямые адреса, то есть прям смотреть, как они работают сейчас или не работают. И точно так же можем ходить по виртуальным IP, смотреть... Какой у нас там будет период недоступности, там вот эти все а, какие -то тонкие вещи. А теперь а, давайте, а, да, посмотрим там. Можно указать несколько проверок, Андрей. А, ну надо посмотреть. По-моему, можно. А, так, вместо хапрокси, да, может быть любой балансировщик. Здесь просто у нас схема будет такая, то есть мы сразу все вместе будем. Делать. А вот Марат э, внимательно смотрел на слайд и спросил, что делать келол с параметром 0. Так, кто-нибудь знает, кстати, что делает вот эта штука? Келол 0. Ну можете у себя проверить, если у вас есть Linux. Но на самом деле интересная штука. Она, собственно, вам проверяет, есть ли процесс и все. То есть, если процесс есть, то, соответственно, код ответа 0, если нет, то... Ну, давайте проверим. У нас же есть Linux. Что у нас там было? kill 0 Haproxy. Kill. 0. Вот. и соответственно мы э, спросим ответ вот видите 0 это значит ха у нас есть мы это можем проверить что он действительно есть вот он какой то есть соответственно мы просто проверяем есть у нас процесс или нет вот такой простой штук да то есть мы просто проверяем э, есть ли такой процесс или нет Так вот, по сути, схема вот такая. Что мы здесь получаем? Мы решаем ту самую проблему, о которой мы говорили в начале. То есть у нас нет здесь единой точки отказа, мы можем потерять любой из этих узлов. То есть мы считаем, что любой из них у нас взаимозаменяемый. То есть вот эти два у нас зеркальные, это, соответственно, хосты Web1, Web2. Вот эти с хапрокси, они тоже, соответственно, зеркально настроены, и любой из них может работать. Да, это проверка на хапроксе, есть он вообще или нет. Ну, насколько он жив, это такой более сложный вопрос. Да, здесь проверка, что есть процесс. Но мы считаем, что этого достаточно. Если вы хотите сделать какую-то более глубокую, пожалуйста, в KeepLive можно настроить там всякое, там, всякие tc tcp проверки, там, да, какие-нибудь курлы там добавить, там, все, все, что вы хотите. А здесь пока у нас такой пример. Так, все, собственно, мы дошли до второй части. Здесь я призываю Карину и пока выключаю презентацию. Карин. Да, я здесь. Николай, у вас есть буквально несколько минут попить водички, передохнуть, друзья. А я сейчас вам расскажу про процесс обучения в ОТУС. Тоже у вас есть чуть-чуть время передохнуть от такого большого количества информации. Так. Друзья, хочу еще познакомить вас с курсом посетителей открытого урока, которого вы сегодня являетесь. Курс называется «Инфраструктура высоконагруженных систем». Безусловно, это для кого курс? Для продвинутых уже для продвинутых Айтишников, да, например, это может быть как девопс инженеры как системный администратор, архитектор инфраструктуры, специалист в информационной безопасности, разработчики. В общем, не буду перечислять огромное количество специальностей, которые могут да, войти в этот курс. В целом, вы видите кнопку вступительное тестирование. Это вот такая опция в этом курсе, что перед тем, как зайти на наш курс, вы должны будете пройти тестирование, чтобы вы четко для себя понимали, что подойдет вам этот курс. В целом могу сказать, что это продвинутый, очень практический курс по инфраструктуре высоконагруженных и кластерных систем. Вот вы можете увидеть на презентации большое количество задач, которые вы сможете решать уже после обучения. В целом могу сказать, что вы научитесь выбирать технологии для построения отказоустойчивых систем, под высокую нагрузку. Вы сможете строить отказоустройчивые кластера виртуализации для запуска современных сервисов, рассчитанных на высокую нагрузку. Ну и, безусловно, в целом вы получите знания, отточите на практике все полученные знания на виртуальных стендах. Вот вы можете обратить внимание на программу курса. Это вот название модулей, которые будут вас ждать. Хочу обратить ваше внимание на последний проектный модуль. Что это значит, друзья? В последнем месяце курса вы будете делать как раз-таки проектную работу. То есть вы будете реализовывать проект, в котором на практике отточите все полученные знания. Что вы будете делать? Для выполнения проекта вам нужно будет взять веб-сервис. Например, это может быть CMS для интернет-магазина и кластеризировать его. То есть проекту нужно будет реализовать нагрузочное тестирование, автоматический фейловер, мониторинг, централизованный сбор логов и бэкап. То есть все вот эти полученные знания вы сможете добавить в свое резюме и, безусловно, его тем самым усилить. Более того, могу сказать, что на этом курсе вас будут также ждать и различные карьерные мероприятия от нашего карьерного центра. Наши HR будут помогать вам усиливать свое резюме, делать его таким более продающим. У нас будет на этом курсе и публичный разбор резюме, то есть вы не только получите новые знания, но еще будете э, учиться их демонстрировать на собеседовании, чтобы вас обязательно выбрали. И также мы будем с вами учиться публично проходить собеседование и воркшопы, тоже такой момент. А еще в целом э, забыла упомянуть, что вы, ваше резюме будет добавлено в базу ОТОС. У нас Большое количество партнеров ⁇ это более 150 различных IT-компаний. И так как у нас очень хорошая репутация на рынке, то наших студентов с удовольствием берут. Ну и, конечно, это будет закрытый, закрытая база, где вы сможете также первыми забирать те вакансии, которых еще не будет на работных сайтах. Вот, друзья, преподаватели курса, безусловно, это не все, это только часть. И наш Николай Лавлинский, который сегодня ведет сегодня сегодняшний открытый урок тоже будет одним из преподавателем курса. В целом могу сказать, что программу будут вести специалисты таких компаний, как IBM, VK, лаборатория Касперского и много-много других. У нас нет, еще раз могу сказать, что у нас нет ни одного теоретика, все практики будут делиться своим опытом, также будут разбирать ваши кейсы, давать развернутый фидбэк на домашние задания, и у вас будет возможность обсудить с преподавателями любой вопрос по материалам лекции в Zoom. То есть это тет, -а -тет -а сможете тоже задать, как вы сейчас, Николай, задаете вопрос, только вот так голосом будем общаться с вами в Zoom. Ну и, безусловно, тоже развивающий фидбэк по домашнему заданию тоже будет от преподавателей нашего курса. Что касаемо процесса обучения, то у нас, друзья, проходит все в э, живом формате. У нас нет уроков записи, поэтому у нас э, каждый курс Каждый запуск не похож на предыдущий, потому что информация постоянно обновляется, все записи, занятия и материалы будут сохраняться в личном кабинете, останутся с вами навсегда, так что, безусловно, рекомендую посещать живые форматы, да, чтобы общаться с преподавателями, задавать им вопросы, но если у вас вдруг из-за работы не получится, ничего страшного, вы сможете посмотреть запись. Также вы будете добавлены в чат, в телеграм, где тоже сможете друг с другом знакомиться, общаться, задавать какие-то уточняющие вопросы, моменты, которые были непонятны на уроке, тоже будет, будете там э, прояснять. Ну и, конечно... Такая рекомендация, чтобы вы тоже друг с другом знакомились, обменивались контактами, потому что э, силу нетворка никто не обменял. Тоже такой классный инструмент будет дан. А что касаемо времени на обучение, то будет проходить занятия два раза в неделю по два академических часа то есть 4 академических часа в неделю вам нужно будет выделять и 4-8 часов на домашнюю работу. Да, практики у нас всегда много, это вот в чем мы считаем сила, что не только теорию, а практикуемся, практикуемся и будем практиковаться очень много и на этом курсе тоже. Так что, друзья, 31 числа, 31 октября приглашаем вас еще раз на курс «Инфраструктура высоко нагруженных систем». Длительность курса 5 месяцев. Можете пройти по QR-коду, посмотреть подробно программу, которая вас ждет. В целом могу сказать, что если вы чувствуете, что вы уже на своей работе готовы взять какие-то более интересные, более крупные проекты, интересные задачи, если у вас какое-то есть желание устроиться на э, работу в какую-то большую компанию, но вы чувствуете, что вам не хватает навыков, то, безусловно, этот курс вам подойдет. И если вы хотите познакомиться с современными технологиями повысить свою квалификацию, то тоже этот курс поможет вам систематизировать ваши знания и подготовить к вас к созданию высоконагруженных систем, которые нужны очень многим компаниям. Ну и что могу сказать, что я уже упомянула, что этот курс не для новичков, а уже для опытных пользователей. Но, пользователей, но в целом еще могу сказать, что на этом курсе вы сможете уже преподавать на новый грейд, на новую зарплату и на позицию системный инженер и системный администратор в грейде middle plus или senior. Еще, друзья, классная новость, что у нас вот сейчас идут осенние скидки, и до 20 октября скидка у нас на все курсы идет 10%. То есть не только на курс, который сегодня мы вас с Николаем приглашаем, а в целом на все курсы, которые у нас есть вот 10 10% скидка. Но это еще не все. Я вам дам в конце еще классный бонус в конце занятия. Тоже, пожалуйста, дождитесь и с удовольствием ждем вас на курсе 31 октября. Николай, Сейчас переключаемся. Угу. Все, переключили на презентацию, и мы продолжаем разбор нашего стенда. Итак, если есть вопросы по курсу, обучению, составу, вы тоже это можете писать или накопите просто себе, и мы в конце их еще разберем, потому что это важно, спрашивайте, узнавайте, интересуйтесь. Итак, у нас остался третий компонент, который мы еще не разобрали, это HA прокси, то есть балансировщик. И даже в названии у него есть буквы HA, да, то, что мы хотим, high availability. Вот мы как раз это и пытаемся сделать, поэтому давайте про него немного поговорим. Кстати, да, кто спрашивал, сейчас покажу ссылку насчет балансировки VRRP. Уточню, сейчас ссылка на статью идет в чат. Вот. Ну, в общем, я здесь хотел показать схему: что если мы говорим про балансировку в Key это значит, что мы у себя можем прописать вот эти вот Real сервера. Там есть такая сущность, как Real Server. И а, таким образом, а, например, избавиться от hai То есть мы можем и без него сам Киплайвд умеет делать балансировку. Но между собой, вот эти ноды они все равно будут в состоянии Primary и backup. То есть балансировка будет идти уже за ним, то есть дальше. А, и а, это у нас вариант через режим NAT. И есть еще второй вариант, если вы здесь промотаете дальше, а, вот. А, ну здесь уже и чей прокси используется. Да, это, по сути, практически наша схема. в общем, здесь можете на уроке почитать, если интересно. Так вот. То, что касается ячей прокси, это уже специализированный балансировщик, работает он на разных вариантах, это L4, L7 уровни по модели OC. и, собственно, он достаточно высокопроизводителен, может работать как балансировщик в разных вариантах настройки, либо как именно чистый TCP-балансировщик, либо уже как L7-балансировщик с разбором HTTP протокола, с терминацией TLS и так далее. То есть, ну, по сути, как почти что как Nginx. Поэтому здесь они могут между собой конкурировать. В современной версии поддерживают много чего. Естественно, всякие HTTP 2. 3 современные TLS и все это там тоже есть в новых версиях. Ну и в общем-то тоже старый такой проверенный продукт, поэтому пользоваться им можно. Часто спрашивают, что собственно выбрать в каждом конкретном случае, но здесь надо скорее уже погружаться в конкретную задачу и изучать оба этих продукта, если вы хотите выбирать. А потом, уже исходя из того, что у вас э, существует, э, применяете ли вы, например, уже Nginx. Конечно, вам будет проще его э, подтянуть как балансировщик, чем делать еще э, дополнительный продукт. Ну и так далее, и так далее. В общем, чей proxy условно говоря, опять же, в моем понимании, ближе к L4 балансировщику, а Nginx, э, так как он все-таки имеет обширную функциональность в области HTTP, то это больше L7. Хотя и то, и другое, как вы видите, спокойно может работать в других вариациях. Так что здесь надо смотреть, тестировать, смотреть то, что вам лучше известно ближе, оно всегда будет работать лучше. Итак, значит, в общем, по фичам более-менее понятно. У нас есть, ну, установка, я думаю, все тривиально, здесь не буду особо ничего Пояснять, ставим из пакета. Если нужно, подключаем там какой-нибудь репозиторий дополнительный и получаем себе. У нас, кстати, Ubuntu 22.04 это база, которая у нас сегодня для стенда. Вот, по сути, там нужно нам прописать конфиг и стартануть его. По настройкам здесь, на самом деле, тоже можно вообще отдельное занятие по этому поводу вести. Мы сейчас не будем в это глубоко погружаться. Если интересно, просто зайдем, посмотрим, что в конфигах написано. У меня уже готовый стенд запущенный, и в нем, собственно, это все есть. То есть там есть глобальные настройки, есть настройки по умолчанию, listen директивы, которые, собственно, открывает некоторый сокет. Вот. фронтенд это, собственно, как мы перенаправляем запросы к бэкэнду, и бэкэнд — это, соответственно, то, что у нас апстримами в Nginx является, то есть куда мы отправляем, как балансируем и так далее. Вот пример это может как-то вот так выглядеть. Это у нас фронтенд 80-й порт в режиме HTTP, и здесь написано правило сделать редирект. То есть если у нас HTTP-шный трафик, то мы будем, соответственно, редиректить на HTTPS. Вот. А на HTTPS мы тоже открываем сокет и отправляем на какой-то бэкэнд, который у нас там где-то указан. Вот так это может работать. Есть еще access control листы, которые, собственно, управляют кому куда можно, там, в зависимости от всяких настроек и так далее. Вот, ну, пока мы э, тоже сейчас в это погружаться не будем, сейчас лучше э, посмотрим, как оно работает. Вот, а, собственно, нам что осталось? Запустить все это дело на практике, и давайте посмотрим. Ну, у меня здесь э, стенд, могу отдельно показать, э, состоит из четырех хостов, запущено через Vagrant первоначально Vagrant поднимает виртуалки, потом, соответственно, на них накатывается Ansible и настраивает. Вот HA Proxy 1.2, там, где у нас работает VRP, и Web 1, Web 2, это два Nginx, то есть маленькие машины, где есть какой-то контент. По IP-адресам тоже можно посмотреть, но давайте начнем с HAProxy 1, смотреть, что там есть. Ну, как я говорил, у нас есть здесь Keepalife. Keepalife запускается в виде мастер-процесса, и там одного или нескольких детей, они занимаются, собственно, там основной работой, мастером такой минимальный. И есть еще, соответственно, здесь Haproxy, который у нас имеет свой конфиг. Ну, давайте с Keep D начнем. Значит, он у нас находится в TC Life D. И его, собственно, конфиг. Вот там был вопрос, покажите второй конфиг. Вот давайте мы сейчас по ним и пройдемся. Вот первый конфиг. Ну, по-моему, один в один, как у нас было на презентации. Единственное, что у нас поменялся, это интерфейс. Ну, в Ubuntu интерфейс у нас ENP1, ENP0S8. SystemD нам назначает, ну, в общем-то, и хорошо. То же самое мы проверяем хап-прокси, тоже есть какой-то пароль для авторизации, в общем-то, все. Виртуальный IP-шник у нас будет 10.02681. Вот это будет VIP для нашего keep-alive. Теперь смотрим на интерфейсы. Самое интересное. И мы по ним как раз можем сейчас определить, кто у нас здесь мастер. Ну, во-первых, интерфейс у них два. Вот он, ENP0S3. Это у нас NAT-сеть. Ну, это адаптер NAT в терминах VirtualBox, да, вот этот 10.02.15. И он нам сейчас не нужен, а нам нужен вот этот ENP0S8. У него есть свой статический IP-шник 10.0.26.201. Который у него всегда есть, мы его можем проверять. И 10.02681, который является виртуальным. Вот он сюда приехал. Соответственно, здесь мы можем понять уже поэтому, что он у нас сейчас понял, что является главным. Да, он принял, и, соответственно, с этим все хорошо. Так, имеет ли VRP рецепты избежать сплитбрейн-сценария? Андрей, ну, здесь э, я про такие не знаю, но вообще э, в теории, да, мы подразумеваем, что они находятся где-то рядом, у них условно там надежный канал. То есть, действительно, если мы между ними рубим канал, то каждый из них, имея какие-то еще дополнительные интерфейсы, которые работают, да, он поймет, что он главный, и у нас станет два мастера. Но в общем, э, если наша сеть это переживет то может быть это будет и не так уж и страшно потому что если у нас схема как на рисунке вот давайте смотреть нашу схему где она была там, перед перерывом да то в общем-то вот они split brain да то есть между ними нет коннекта но если у них есть связь с хапрокси, то в общем-то и ладно, пусть они работают, если, опять же, у нас это переживет сеть. Если у нас начнется проблема здесь со связанностью, то да, это будет нехорошо. Но вообще нам было бы удобно, чтобы через один и тот же интерфейс они и общались между собой, и общались, например, с вот этим сервером. Ну или, скажем так, чтобы они проверяли, то есть добавить health check того, что у нас поднят этот канал. Если он падает, чтобы он сам себе помечал, что он упал, тогда сплит брейна не будет. Ну, тогда не будет последствий. То есть он скажет, что да, действительно, я упал, и, соответственно, здесь проблема. Когда вернется связность, будет два одинаковых IP. А когда вернется связность, будет, соответственно, работать протокол VRRP который вам обеспечит, что у вас будет один мастер, все остальные погаснут. Потому что как только связанность, у нас по мультикасту распространятся вот эти Advertisement и станет мастер один. У нас не будет два мастера по определению. Но мы это можем сейчас изобразить. Вот у нас, например, есть мастер, мы можем сейчас, допустим, его притушить. Ну, мы, например, можем KeepLiveD прибить, изобразить, что он пропал. Он потеряет статус мастера. Мастер перейдет на второй хост, и потом мы его снова поднимем. Он, соответственно, себе мастера вернет. То, что у нас режим приемта включен. Ну вот, в общем, по интерфейсам мы поняли, что вот этот мастер. Но, допустим, мы не знаем, как это определить. Можно еще дело посмотреть в логах. Допустим, system ctl статус keep LIVD. Только не конф, а просто. Вот он. То есть мы здесь видим историю, что происходило. Ну, тут тайм-зона у нас не обращаем внимания, она старая. Ну, вот, в общем, он когда-то встал в состоянии мастер state. Вот последнее, что он здесь видел. И мы здесь будем видеть, что здесь будет в нашей системе происходить. Теперь о Haproxy 2. Да, был вопрос, что там за конфиг. Вот он, этот конфиг. Здесь все то же самое, но у него есть приоритет. Там был приоритет 101, здесь приоритет 100. VIP тот же самый. VR, VR, ну, да. VRID просто единица. стоит у него стоит тоже мастер. Ну, здесь это будет не так важно, потому что Здесь будет все определять приоритет. Тоже он проверяет свой и тоже у него аутентификация настроена на тот же самый пароль. Вот, собственно, весь конфиг. И теперь будем смотреть, что у нас будет происходить. Давайте, кстати, посмотрим, что он здесь нам скажет. Где у нас там? Ну да, кстати, вот, можете через Journal посмотреть. Вот у нас полные логи по KeepLiveD, вот он здесь прыгал между состояниями, и в конце концов последнее состояние, что он находится в стейте. А проверить мы это еще можем через интерфейсы. Благо у нас все отображается. Вот у нас его интерфейс ENP0S8, здесь все зеркально, и 10.0.26.202 у него этот ip шник сейчас есть. А виртуального IP здесь нет, соответственно вот этот 81, который мы здесь видим, он там отсутствует. То есть все работает корректно. Действительно, этот мастер, что нам говорят в KeepLiveD, это действительно backup. Все, все пока хорошо. Теперь мы можем сходить и посмотреть, как это выглядит, да, как он работает. Ну, давайте сейчас вернемся в браузер берем full screen и пойдем на него. Вот, собственно, это наш балансировщик, который, собственно, отвечает нам на Nginx. Здесь мы можем посмотреть подробнее запрос. Вот он, виртуальный IP-шник. Да, и все у нас здесь хорошо. Отвечает нам Nginx. То есть мы здесь видим, что у нас хапрокси работает в TCP-режиме. Ну и все хорошо. Мы здесь можем, соответственно, обновляться, контролировать, что здесь происходит. Также мы можем зайти на панельку от Haproxy. Вот, и Haproxy у нас здесь будет показывать два бэкенда. вот, web1, веб 2 У обоих Haproxy они прописаны симметрично, опять же. Вот, просто здесь мы тоже при обновлении можем увидеть, что у нас здесь... Например, пит поменяется, когда мы переедем на другой ip и так далее. Ну, в общем, что здесь можем заметить? При этом, ну, давайте еще зайдем на, допустим, на web1 и проверим, что у нас Haproxy работает корректно. Сейчас мы, кстати, по Haproxy еще не посмотрели конфиг. Что там прописано. Значит, говорим, что, допустим, сервис-энжинг вот стоп. Мы сейчас прибили веб-1. Видите, он сразу стал желтым, при том, что мы на него не ходили. То есть, у нас здесь произошел, видите, TCP-health check, видите, L4 Connection сразу отрубился. То есть у нас достаточно быстро он понял, что веб-1 не жилец. Параллельно мы можем, кстати, зайти по прямому IP-шнику, то есть взять тот же самый адрес, но по IP-шнику, допустим, 200, какой там был, 202, да. Вот, это у нас друг, другая машина, Haproxy, который у нас сейчас не активен, да, на втором сервере. У него все то же самое, то есть он тоже видит веб-1, он у него тоже упал, и, соответственно, он в курсе всем, что происходит. Все. А вот у нас, собственно, текущее состояние здесь. Теперь а, смотрите, а, ну давайте я все-таки включу, чтобы вам было видно, а, какой пишник мы ходим, потому что вот, 81 сюда смотреть, здесь можно видеть. Так вот, а, мы зашли и увидели, что да, у нас 81 выдает нам вот этот спид 49453, и все хорошо. Теперь а, мы берем и допустим, мы можем здесь прибить на Haproxy 1, что он сейчас главный. Ну, допустим, прибить KipeliveD или Haproxy, давайте. Допустим, говорим сервис Haproxy. Стоп. Вот, сразу заходим, получаем на короткое время здесь ошибку потому что у нас чек хапрокси не мгновенно срабатывает, там есть задержки, то есть он даже не каждую секунду запускается. И после этого, видите, мы на 81-м IP-шнике уже оказались на другом хапрокси. Это видно по пиду. То есть вот здесь по прямому доступу он как был, так и есть. А если мы зайдем на 201-й IP-шник, то мы там увидим, что ничего нет, наоборот. То есть вот мы на 201 идем, это первый наш хост, мы видим вот эту картину. И вот этот айпишник не оживет, пока мы не возродим там а, наш хапрокси. То есть все, мы добились а, здесь проблемы. Вот если мы второй прибьем, ну все, тогда нам некуда будет ходить. А, при этом а, давайте посмотрим со стороны интерфейса, что произошло. Айпи а напоминаю, это хапрокси 2. То есть второй хост, у него сразу приехал 81-й вот ip через вот этот интервал проверок. И э, статус типа Live а нам скажет, что мы стали мастером. Вот. Все, мы стали мастером. Вот здесь, соответственно, все в порядке. Вот. А где у нас последнее было сообщение? Вот тролля lower priority advertisement ага ну вот в общем здесь он решил что он, вот он стал мастером здесь все в порядке вот а здесь а давайте проверим что здесь случилось вот, он посмотрел, что у нас в скрипт вернул статус 1. Соответственно, мы словили ошибку. И э, мы сделали, что себе, соответственно, поменяли значение вот этого эффективного приоритета. И видите, из-за приоритета мы сделали перевыборы. То есть э, он стал бэкапом. Все. И э, нам теперь э, вот тот мастер с более высоким приоритетом ответил. То есть все стало хорошо. Так, не смог понять, в чем разница между KeepLiveD и ха-прокси, если они выполняют одну и ту же роль. Смотрите, в нашей схеме KeepLiveD э, выполняет ровно одну роль. Его роль переключать виртуальный IP с одной машины на другую, и все. Он больше ничего не делает вообще. А Haproxy, он занимается тем, что принимает трафик от клиентов, то есть это он слушает, то есть я вам могу это показать. Так, у нас вот здесь остановлен. Давайте на другом посмотрим мы можем по сокетам понять, что Haproxy у нас реально слушает вот эти порты 80 и 8080. Как видите, KPLIFD у нас здесь нет. KPLIFD не обрабатывает клиентские соединения вообще. Если бы мы настраивали его как балансировщик, он бы там как-то работал. Здесь у нас ничего такого не происходит. KPLIFD выполняет ровно одну роль. Он переносит виртуальный IP-шник туда-обратно. Все. Больше никакой роли он не выполняет. Haproxy выполняет Роль балансировщика между хостами веб 1 и Web 2. Вот он. Кипл никаким балансировщиком в нашей схеме не является. Разобрали здесь. А, так вот, а, что у нас еще а, интересного произошло? А, это мы по скрипту отвалились, например. Ну, вот здесь мы можем сказать, а, допустим, что. Стартуем. вот И на нашем балансировочном ip снова появился новый пит. Вот с новой статистикой, вот веб-1 у нас снова отвалился. да То есть теперь мы можем починить а, отвалившийся Nginx. Ну и пусть он работает. Это он у нас стал желтеньким в статусе. А Промежуточном сейчас он позеленеет. Все. То есть у нас все достаточно быстро произошло. Я вам еще обещал показать конфиги в да? Где он у нас там лежит сейчас? Я просто скопипащу. Вот он. Так, ну здесь дефолты это настройки по умолчанию, глобальные настройки. Здесь, по-моему, ничего особо интересного нет. Вот единственное, что здесь настроено, это вот uh, HaproxyStat. Это панелька статистики, с которой мы работаем, и она слушает на порту 8080. Вот, а то, что касается Nginx, это вот эта штука. Мы, соответственно, туда прописали 80-й сокет. Он у нас будет проксировать на backend up main Ну, как проксировать? По L4 по обычному уровню. И не по HTTP. И вот, собственно, здесь балансировка Round Robin прописана. И два сервера с флагом чек. То есть там происходят, собственно, те самые проверки. И вот здесь они есть. Больше, в общем-то, здесь ничего хитрого нет. Ну, она у них, естественно, симметричная, конструкция. Базовая, такая простая настройка. Что еще мы можем сейчас посмотреть? Давайте сделаем эксперимент в том плане, насколько быстро будет происходить переключение. Ну, в случае, если у нас какой-то сервер прям совсем отвалился. Я здесь буду использовать вот такую штуку ping f в режиме flood. Для этого root права потребуется, и мы будем каждую миллисекунду отправлять ping на вот этот айпишник. И наша задача поймать а, тот период, когда он будет недоступен. Ну, мы, соответственно, будем сейчас организовывать приключения между а, один 1 вот этим и Хапрокси 2. Вторым. То есть, а, еще раз покажу: второго сейчас VIP отсутствует. У него нет 81-го IP-шника. Запускаем флут. А, в теории там могут быть какие-то небольшие потери, но в основном это будет именно от переключения. Пошел пинг. Каждая точка, это у нас, по-моему, потеря пакет. Ну, сейчас посмотрим. Вот, и смотрите. Допустим, мы сейчас погасим Keep Life D. Он у нас, давайте смотреть. Сейчас проверим, у нас есть переключение. Да, вот у нас есть переключение. Ну, как-то там совсем мало было. Тормозим. Вот, а у нас здесь а, все это мониторилось. Видите, мы отправили 59 тысяч пакетов. Вот Сколько мы там потеряли? А, так, он нам выдает статистику, он в процентах нам говорит, да? Ну, сколько он здесь там? 0,0,0, сколько-то 16%. А, ну вот, можно посчитать, да. У нас Recift 59626, а там 59.627. Один пакет мы, что ли, потеряли? Как-то маловато. Да, ну, можно попробовать. Ну, один, да, но это как-то маловато. Мы должны были все-таки немножко побольше. Я думаю, если мы будем сейчас э, что-то медленное. Ну, понятно, если мы сейчас хапрокси погасим, мы потеряем там несколько секунд недоступности, здесь. А у нас все быстро, слишком быстро произошло. Ну, странно. Ну, обычно там есть какая-то потеря, но она действительно достаточно маленькая. То есть на самом деле, видите, мы непрерывно долбили этот айпишник. И в данном случае действительно важно, что именно айпишник переезжал. И вот в таком случае это произошло прям очень быстро. Вот если мы стартанем. Вот у нас его нет еще. Еще нет. И вот он уже появился. То есть это, собственно, была задержка, потому что вот те самые интервалы, помноженные на 3, плюс там, вот этот промежуток мы дождались и получили снова себе мастера-айпишника. Так, ну, в принципе, все. Если интересно, можно еще посмотреть на tcp dump, Если вы захотите это отлаживать, давайте сейчас мы это потестим. Значит, возьмем вот этот интерфейсик. По-моему, это он должен быть, да? Вот здесь мы можем увидеть прям в прямом эфире, как происходят вот эти вот адвертисменты. То есть вот у нас Source IP, Destination IP, вот это 224.0.0.18. Все, как нам обещали. Вот они действительно идут. Аутентификация там какая-то отправляется, собственно. Внутри сообщения, видите, есть то самое указание, что вот здесь приоритет, VR ID и тра -ля, ля вот это все сообщение туда улетает. Ну, как видите, они действительно идут раз, два, ну, раз в секунду. Все, все как обещано идет. Ну, здесь мы тоже, в принципе, можем на втором их посмотреть, только здесь они будут у нас входящие, то есть в другую сторону. Такой же интерфейс, протокол VRRP. Ну, вот они идут теперь к нам. Ну, в общем, никакой разницы нет. Так. Павел спрашивает, у нее есть возможность авторизации по серту или пароль хранить в шифрованном виде, Павел. Ну, я уже говорил, что если в VRP3 там вообще нет авторизации никакой, а в VRP2 там есть несколько способов, но они все, в общем, считаются условно безопасными. То есть в плане безопасности авторизации, в общем, туда лучше даже не надеяться. То есть просто наберите про authentication в ERP V3, и вы, собственно, увидите, там есть прям такая статья, обоснованная, почему в этом мало смысла. То есть, в плане безопасности, там, особенно в третьей версии, в общем, не надо пытаться изображать. Там безопасность реализуется на сетевом уровне, там всякими фаерволами, выделенным сегментом сети, там, каким-то в таком духе, но, но не какими-то там сертификатами. Потому что представьте, вам надо будет отправлять там, не знаю, там, несколько десятков раз в секунду сообщения, и вы будете постоянно долбиться с сертификатами. Но это, это не очень здорово. А, так, а, хорошо. А, в общем, базовые вещи мы посмотрели. А, да, там еще, кстати, есть такая штука, а, маленькая заметка, что если вы будете тестировать путем а, торможения сетевых интерфейсов, то обязательно используйте вот такие штуки через современный интерфейс IP-Link. Вот. Не, не надо использовать там и FAP, и FDAUN, вот эти старинные. То есть вот через IP-Link будет работать корректно. Если вы хотите посмотреть, что будет, если упадет интерфейс. Ну, кстати, можно посмотреть сейчас. Давайте попробуем дропнуть интерфейс. Вот этот. И посмотреть, что мы там потеряем. Так. Запускаем флот, и э, нам надо сделать ENP 0S8. То есть сейчас мы э, уронили интерфейс. А вот у нас дропы пошли. И вот они остановились. Ну, я надеюсь, вы заметили, да, вот этот период, но ну, у нас где-то секунду мы теряли пакеты, то есть каждая точка – это потерянный пакеты, и вот мы с вами их получили. Здесь было 910, а received, ну, где-то 300 пакетов мы там успели. Ну да, в районе 300 пакетов у нас была потеря на переключение. Но согласитесь, это не совсем страшно, то есть ничего в этом страшного нет. И вот, кстати, на обратном переключении давайте тоже протестим. На обратном мы здесь вообще ничего не получаем, да? Угу. При том, что переключение произошло. Ну вот он виртуальный IP. То есть на возврат мы вообще ничего не теряем, а на реальный сбой, то есть когда у нас отвалился интерфейс, ну представьте, что выдернули провод да, из этого роутера. Из маршрутизатора. И вот мы получим вот эту картину. Ну, В общем, не страшно. А, так, с сертификатом мы ставим на хапрокс или веб-сервер? Дмитрий, в этой схеме на веб-сервер, потому что у нас хапрокс в L4 работает. Если бы он в L7 работал, то на хапрокси. Или на хапроксе и на веб-сервер, если вы хотите между ними TLS. Так, все, в принципе, можно задавать вопросы, подводим итоги, потому что время наше подходит к концу, и надо ставить чуть-чуть на финал. Mm -hmm. Так, да, я сейчас прочитаю, что мы изучили. Это, собственно, VRRP. Запустили Keepalive D на его основе, плюс Haproxy как балансировщик и Nginx просто как веб-сервер в данном случае. И поговорили про программу команду курса, в общем, все сопутствующие штуки прошли. Все, я пока отключаюсь. Друзья, напишите, как вам сегодняшний открытый урок. Я видела в комментариях, что сегодня приходили люди с 20-летним опытом работы в IT. Узнали ли вы сегодня что-нибудь -что новенькое? Тоже поделитесь, пожалуйста. Я сейчас пока перехожу к демонстрации экрана. Расскажу про тот самый бонус, который я вам обещала. Так, друзья, еще раз хочу пригласить вас. 31 октября у нас стартует потрясающий курс, который называется «Инфраструктура высоконагруженных систем». Это курс, на котором вы научитесь выбирать технологии для построения отказоустойчивых систем под высокую нагрузку. Вы сможете строить отказоустойчивые кластера виртуализации для запуска современных сервисов, рассчитанных на высокую нагрузку. И все полученные знания вы отточите на практике, на виртуальных стенда длительность курса 5 месяцев пожалуйста переходите по ссылке которая у нас в нижней части слева экрана и тот самый бонус, который я обещала, друзья, это промокод, который дает скидку в 5%, промокод инфраструктура 1710, скидка в 5% идет на любой курс, но, друзья, внимание, до 18 октября включительно, то есть сегодня и завтра у вас будет время присоединиться к курсу, на который сегодня мы вас, Николаем приглашаем, то есть это вот инфраструктура высоконагруженных систем, либо вы можете посмотреть на сайте, у нас огромное количество, более 100 70 курсов найдете под свой грейд, под свою тематику, под свои запросы тоже любой курс. Еще могу сказать классную новость, что у нас вот эта самая скидка в 10%, про которую я рассказывала, которая идет до 20 октября на все курсы, эта скидка суммируется с тем самым промокодом, который я вам рассказывала, вот инфраструктура 1710, то есть в целом до завтрашнего числа 15 процентов скидка на любой курс, друзья, такого больше не будет. На самом деле, это самая большая скидка из всех возможных. И э, получить ее вы сможете до 18 октября. Но ну, если завтра провороните, то до 20 октября скидка в 10% тоже закрепится и останется за вами. Так что приглашаю вас на курс, потрясающий курс с невероятными преподавателями из топовых IT-компаний страны. Узнаете много нового, сумеете пообщаться, познакомиться и друг с другом тоже. Так что, друзья, приглашаю. И еще, пожалуйста, если вам понравился сегодняшний урок, понравился наш эксперт, как он преподает, какую-то вы получили для себя новую классную информацию, то такая просьба от нас, пожалуйста, заполните опрос о мероприятии. Также, безусловно, если у вас есть какая-то конструктивная критика, тоже мы всегда рады этому и открыты, либо у вас какие-то есть предложения о темах наших следующих вебинаров, тоже, пожалуйста, пишите, мы все читаем и я вам могу, могу вам сказать, что большое количество наших открытых уроков как раз-таки основано на вашей обратной связи, на том, что вы. Николай, вы с нами? Что спросить, я административную... именно преподаватель, один из авторов курса, тоже рассказал, почему следует на этот курс идти. Ну, во-первых, действительно, сначала надо понять, что этот курс вам подходит, потому что он продвинутый, да, в отличие от базовых, которых мы можем, в общем-то, практически всех звать, здесь есть порог входа. То есть посмотрите, если вам кажется, что вы до этих тем пока не дошли, или вы хотите их изучить, но вам не хватает базы, то есть вы, например, на сегодняшнем занятии многие вещи в принципе не понимаете, вам нужна куча дополнений, тогда посмотрите на другие варианты, типа Administrator Linux Professional или Basic, это самый начальный класс. Если для вас это все нормально, то есть вы готовы, у вас есть опыт администрирования, все хорошо, то вы, соответственно, уже можете идти сюда. И, по сути, курс посвящен обзору различных технологий в применении к тому, как это можно использовать для высоконагруженных систем. Ну, при этом высоконагруженная система, что мы понимаем, естественно, это какой-то веб-сервис. То есть это могут быть всякие соцсети, какие-то крупные магазины, какие-то агрегаторы, СМИ онлайн, все это дело попадает под практическую зону применения этого курса. То есть, как это запускается? И во всех этих компонентах, типа файловых систем, баз данных, веб-серверов, балансировщиков, везде должен быть элемент отказоустойчивости. То есть, масштабирование плюс отказоустойчивость всех компонентов. Точно такой же и проект. То есть система, в которую вы можете отстрелить любую виртуалку, и система продолжает прекрасно работать. Вот основная задача вот этого курса. Здорово, спасибо большое. Друзья, спасибо вам за то, что вы тоже пишете сообщение, благодарите. Я вот прикрепила внизу нашего чата, либо вы можете увидеть в шапке в закрепленном сообщении тоже опрос о мероприятии просим вас любезно его тоже пройти. И если у вас остались какие-то вопросы к Николаю, тоже, пожалуйста, задавайте. Да, вот там были вопросы, по чату сейчас я их найду. Так, вот про хапрокси, может ли он как KeepLiveD переносить IP? Ну, если бы он умел, он был бы как KeepLiveD. Он бы нам тогда сегодня не нужен был, мы бы только хапрокси изучали. Но он этого, конечно, делать не умеет, и хорошо. То есть лучше, когда каждый инструмент решает свою задачу. Так, VIP отвечает на ARP реальным MAC-адресом или виртуальным. Ну, смотрите, я могу посмотреть у себя, он у меня дает, значит, некоторый реальный MAC-адрес. Но если со стороны, сейчас вот со стороны моей машины, вот он 81, давайте сравним, это у нас вот этот 08, там, тролляля АА, и, соответственно, смотрим интерфейс, который у нас был здесь так, где у нас? Где у нас? вот он. Вот он мне сейчас э, говорит про MAC-адрес конкретного вот этого интерфейса. То есть э, у нас по ARP таблице вроде бы это он. Но здесь, э, может быть, еще виртуальная среда влияет. Я здесь, в общем-то, показываю, как это у меня сейчас работает. Да? Ну, как видели, там есть специальный MAC-адрес, да, куда это все приезжает. Так, еще был вопрос Сейчас я намотаю, где я тут был. Так, можно ли на другой порт помимо 443 на хапрокси пробрасывать? Конечно, можно. То есть, вернее, Дмитрий, мы не пробрасывали на хапрокси 443 порт, хапрокси его слушал. То есть в конфиге, где у нас тут был. Вот здесь мы его смотрели в конфиге, мы просто-напросто запросили, чтобы он его слушал. Это был наш, как он называется, фронт-энд. То есть, если мы говорим про TCP-балансировку, ему абсолютно все равно, какой а, здесь будет порт. То есть у нас здесь был 80 а, порт для Nginx и 80-80 это его статистика. Какой хотите, такой вешайте. Mm -hmm. Никаких здесь проблем нет. Так. Там по опросу, по опросу вам нужно зайти, у вас должна быть авторизация на сайте, и только тогда опрос будет работать. А вот так, <н programme> спасибо большое, Николай. <г média> да, то есть анонимно вы не пройдете, потому что это привязано. Вы когда зарегистрировались, у вас появилась учетная запись на Отусе, вы по ней заходите, и тогда mm -hmm. вам доступен опрос. А так иначе там кто-то зашел и чего-то там непонятное написал. Все, вроде вопросов больше я не вижу. Тогда, собственно, жду всех на курсе. Ну, если этот вас не очень устраивает курс, есть куча других. На, на, на любой уровень все уже отработано. Да, друзья, спасибо вам большое, что сегодня были с нами. На самом деле это очень ценно, потому что сегодня вроде бы будний день, но вы пришли учиться, узнавать что-то новое. Поэтому прям очень вами горжусь и на самом деле это редкость, хоть, может быть, вам может показаться, что да все так делают, на самом деле не все. Так что, друзья, спасибо вам большое. Вам, Николай, спасибо, что провели такой классный урок. Как всегда, много пользы, много практики. И, друзья, ждем вас на наших следующих открытых уроках. И 31 октября ждем вас на курсе «Инфраструктура высоконагруженных систем». Всем пока-пока, друзья. Спасибо. Да, все. всем спасибо за поддержку, за вопросы. И а, там последний вопрос был насчет нагрузки Пожалуйста. узла. А, ну, если вы сделаете, собственно, какую-то метрику, через скрипт будете получать и принимать на этой основе решение, то да, можно. Но не так, что просто легко, но сделать, в принципе, можно. Так, а все, тогда всем пока. Карине ну, тоже пока. увидимся. Да. До свидания. До свидания.